После достаточно успешного выступления Евгении Медведевой на Гран-при в Москве, ее тренер Брайан Орсер решил прокомментировать это событие. Он сказал, что эти чистые прокаты обоих программ были очень важны. Евгения работала очень упорно, и эта работа принесла результат. Если ты работаешь и доверяешь своему тренеру, то все получается. Она прогрессирует, находится в хорошей физической форме. В финал Гран-при, скорее всего, она уже не попадет. Поэтому мы будем работать дальше. У нас есть еще время. Еще Орсер сказал, что обсуждал с руководством Федерации фигурного катания России свою работу с Медведевой, и они поддерживают его с того самого момента, как только он начал с ней свое сотрудничество. По словам Брайана, это вообще уникальная ситуация. Он думает, что эта смена тренера была вообще единственным вариантом для Евгении Медведевой. Она невероятный боец, и публика ее обожает. Федерация фигурного катания России поддерживает то, что она делает, но до тех пор, пока она будет работать упорно. И, конечно, мы получаем советы от федерации, технических специалистов и судей. Это происходит достаточно регулярно, сказал Орсер. И, кстати, сама Евгения Медведева тоже решила поделиться о впечатлениях от своих выступлений. Она даже сравнила себя с фигуристкой Алиной Загитовой. Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия. Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание. Но в то же время, это не просто для фана, это моя работа, сказала Медведева. Еще она добавила, что является двукратной чемпионкой мира, поэтому не должна кататься плохо.